С таким видом лежу теперь и смотрю. А муж работает, как всегда. Арсений Александрович. Яхшимисиз? Тузумсиз. Тузумсиз? Яхши рахмат. Яхши юрибсизми? Все хорошо, да, спасибо большое. Как вы, как семья, как дети? Все как нормально. Муж, как кто, как все, как мама, как папа, как здоровье? Спасибо, как дела, спасибо. Как работа? Спасибо, спасибо. Как? Do you need anything? Тачкаля. Хочу поблагодарить отдельно Хабибочку из нашей турфирмы «Ридстур» за то, что организовала нам такой прекрасный, прекрасный отдых. А Арсения поблагодарить? Сервис какой был шикарный. Кстати, Хабиба за нами здесь так ухаживает, честно. Я прям себя звездой ощущаю даже в Турции. Катакан Рахмат, Хабибочка. Ридстур, да? Чудозор Хамаса. И Арсений, спасибо. Да, и Арсений говорит вам спасибо за то, что вы у него очень много денег всегда берете. За то, что он всегда вам переплачивает из-за того, что это моя компания. Арсюш, поблагодари Хабибу. За что? Ты когда имя ее слышишь, тебе прям очень... У меня начинает сердечко колоть. Как? Артист. Не говори